Всем привет! Начинаем свой репортаж. Вечером у нас пошел дождь сильный сегодня. Так сильно похолодало. Пришлось одеть куртку, а я решила выбежать на зумбу, так как утром не было у меня прогулки дома вечером. 2000 шагов нашагала. Ну, надо все-таки пойти попрыгать. Все-таки движение — это жизнь, настроение хорошее. У меня есть кое-какая новость для вас хорошая. Наконец-то некоторых удовлетворю я. В каком смысле? Кто-то что-то мне советовал раньше. Вот я иду к этой цели. Будет у меня грандиозное событие в жизни. Ну а это все попозже. Сейчас иду медленными шагами к своей цели. Скоро вам об этом сообщу. Так, что тут у нас? Автобус как? Мой муж целый день с птичкой возится. Выпустил ее где-то после 4. И до сих пор он ее и кормит, и сажает, и... Она летает, все мне обкакало, я все убирала. Но ему так нравится, что делать, чем бы дитя не тешилось в радость, да? Всем привет, мои дорогие. Вот ради этого стоит жить. Ради этого стоит выходить, покупать квартиру. Мерсине. Какая красота, несмотря на погоду ужасную вчера. Только один день. А как сегодня красиво. Боже, счастье какое. Сейчас поближе подойдем к нашему любимому морюшку. Мои дорогие друзья и подписчики, хочу сообщить вам новость, о которой обещала сказать вчера. Я планирую с мужем чуть-чуть попутешествовать, совместить два в одном, приятное с полезным. Хотим поехать в Анталию. Приятное это путешествие, изучение нового города, а полезное у нас состоится встреча с президентом нашего бизнеса. В этом бизнесе я 4 года. Часто были эти встречи, состоялись, но из-за пандемии все это прекратилось. И вот сейчас первая офлайн-конференция бизнес-партнеров состоится в Анталии. Всегда было в Испании, в Мексике. А сейчас вот они решили сделать в Анталии, так как, наверное, это будет доступно для всех, приехать в Анталию. И как же я упущу такую возможность лично поздороваться с нашим президентом, уникалом. Уникум он, уникум. 13-й год ведет наш бизнес достойно. И идет в ногу со временем. Вы просто не понимаете, что это за бизнес. И сколько плюсов для инвесторов, кто вложил свои сбережения и преувеличил их. Вот кто терпеливый, тот увидит результаты скоро. Ведь весь мир переходит в метавселенную. Может, для многих это непонятно, что... Но хотим мы это или нет, а все движется к этому. NFT. Слышали вы об NFT? Слышали бы вы о криптовалютах, биржах? Да, скоро это коснется нас очень тесно. И мы без этого не сможем. Каждый будет иметь свои кошельки. А мы уже в нашем бизнесе вступили на этот путь. Владеем монетами, которые каждый день увеличиваются. Поэтому, мои дорогие, бизнес надежный,
легальный. Это просто бизнес, как самостоятельный. Но еще есть и возможность заработать. Вы же знаете о акциях, инвестициях. Вы же слышали об инвестициях, о покупке акций. Биткоин вы же тоже слышали, да? Ну вот люди, многие, то есть бизнес-партнеры, которые приобрели ценные бумаги нашей компании, они увеличили свой пассивный доход во много раз. У нас среднесрочные инвестиции, мои дорогие. И скоро-скоро заканчивается этот период. Мы выходим на биржу. На биржу выходит наша криптомонета. Поэтому я с гордостью могу сказать, что я в надежном и легальном бизнесе. А также я и зарабатываю с помощью этого бизнеса. Активно строю свою команду и зарабатываю. Сейчас в любой компании есть такая возможность. Реферальная ссылка, по которой подписывается человек, и ты зарабатываешь от этого. Так что это не новое. И не надо этого пугаться. Это жизнь, это реальная жизнь. Даже в Binance, когда я зарегистрировалась, и по моей ссылке зарегистрировались мои партнеры, я от их покупки тоже получила какие-то бонусы. И в этом нет ничего подозрительного и страшного. Ну так вот, отвлеклась от темы немного. Вот мы в начале декабря едем с мужем в Анталию, еще с моим бизнес-партнером. Она тоже хочет поздороваться с президентом лично, за ручку, задать ему вопросы. И, конечно, я готовлюсь к этому событию. Каким образом? Сейчас поэтому я день и ночь изучаю, обучаю и заканчиваю курс свой, который планировала закончить в ноябре и получить сертификат. Все идет к этому. Все усилия нужно вложить. 5 дней осталось у меня до конца ноября. Я должна закончить и уже вступить на новый путь. Но, мои дорогие, будет очень интересно. Оставайтесь со мной, смотрите мой канал и увидите наше путешествие по Анталии. А я побежала на набережную. Сегодня заканчивается марафон, 10 дней, которые я провела бесплатно для девочек. Что могу сказать? Что действительно я поняла, что бесплатно это никакой ответственности, можно так сказать. А когда ты платишь за что-то, вот тогда ты вкладываешься по полной. И это еще раз я подтвердила этому. Среди 11 подписчиков, наверное, было 5 человек активные. Остальные просто наблюдатели. Так что вот, мои дорогие, делаю выводы. Бесплатно никогда никому ничего не надо предлагать. Оно меньше ценится, твой труд и твоя активность. Вот так вот. Я сижу на конференции, это наш президент. Посмотрите, чем занимается мой муж. Пошел на улицу, принес какие-то ветки и что-то для него монтирует. Это смонтировал, и это смонтировал. А вот этот наш свобода попугая. Видите? Мавиш, гель. Мавиш! Вот так вот. Еда у нас. Все как положено. Ему так нравится с ним заниматься. Вот и выпускает его целый день. Вот игрушку себе купил. Сегодня на ужин я решила пожарить в духовке куропатки. Пока я сижу, я 3 часа сидела на конференции, онлайн-конференции нашего бизнеса. И вот куропаточки сами пожарились на гриле, полезненькие. 10 дней моего марафона прошел, я с девочками попрощалась. Я похудела на 2,5 килограмма, то есть восстановила свой вес, какой был у меня. И все, мои дорогие. Готовлюсь к поездке на конференцию в Анталию.
Приятного аппетита вам! Всем добрый вечер! Наш Мавиш, как хозяин, ползает по нашему дивану. Полюбил и привык к телефону, потому что он включает муж, там его птичек. И новый аксессуар, купил мячик нашему птенчику. Балует он его, не знаю. Целыми днями он ходит у нас. Я сегодня такую генеральную сделала. Принес какую-то веточку ему. Вот так. А также купил новую игрушку. Кстати, это дерево тоже муж соорудил сам. Такие способности, оказывается. А вы посмотрите, сколько тут, что тут есть. Ашкин. Ой, емек он? А? Видите, как он его любит. Мавиш! Мавиш! Посмотрите, с ума сходит наш мальчик, попугайчик. Мама, не удусана. Что с тобой происходит, а? Что с тобой происходит? Ты полетать захотел? Полетать захотел, мой мальчик. Вот такой у нас сладкий мальчик. Сегодня у нас такой полезный ужин. Только что съели суп. У нас оливье и кабачок с йогуртом. Оливье немножко, там майонез есть. И зеленушка. Вот сидим, кушаем. Бабачик. Скрытая бабачик. Камера. Бабачик. Не боится его. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.